И каждый, кто чувствует и мыслит как гражданин, не отделяет свою судьбу от судьбы Отечества. Какой бы стороной ни оборачивалось к нам и нашим близким время, радостной или горькой, каждый человек принимает на свои плечи часть того, что переживает вся страна. Мы должны переломить ситуацию к лучшему. Но для этого всем нам надо хорошо на совесть поработать. С Новым годом, дорогие соотечественники! Весело, весело! Встретим Новый год!